В советский период на день рождения комсомола в Сарове проводили торжественную конференцию во Дворце культуры имени Ленина, а также разные массовые мероприятия. 20 лет городской комитет комсомола занимал это здание на проспекте Мира с 1963 по 1983 год. Позднее горком заседал в Белом доме. Сегодня это здание администрации. Они придумали очень оригинальную вещь. Видимо, заимствовали его из легенды о короле Артуре, о рыцарях круглого стола. И вот бюро горком комсомола заседало за огромным круглым столом, где подчеркивалось, что каждый был равен друг другу. Иван Ситников с ностальгией вспоминает свое боевое крещение в комсомоле. Тогда был массовый субботник. Сейчас посаженные с любовью росточки превратились в могучие деревья, что стоят вдоль проспекта Музрукова. Проезжая по нему, Иван Иванович невольно предается воспоминаниям. В ЛКСМ давно прекратил свое существование официально, однако продолжает жить в сердцах саровчан. Я бы хотел поздравить с днем рождения комсомола всех своих друзей, коллег, знакомых, которые так или иначе имеют отношение к этому дню. 29 октября 1918 года считается днем рождения комсомола. Канал 16 присоединяется к поздравлениям ветеранов комсомола нашего города и желает им счастья, здоровья и долголетия. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.